Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт магии наслаждений. Сегодня мы смотрим образец расклада, который можно выбрать для индивидуальной консультации. Расклад называется «Кто я в его жизни?». Так, итак, что вы принесли в его жизнь? Зачем же вы его зацепили? Любовь. Настоящую, большую. Желание обладать вами. Ну и, конечно, разочарование, куда без этого, да? Так, его параллельная жизнь. Он мечтал о такой, как вы. То есть вы та самая мечта из его снов, да? Очень сильное сексуальное влечение и желание. И желание заботиться о вас. Отношения с другими женщинами. Так, смотрите, здесь такой момент, что он у вас товарищ такой женатый. И женат по расчету на деньгах. Да, а мечтает о большой страсти. То есть, как бы, женили человека на деньгах, а он мечтал совершенно о другой женщине. Так, что у него изменилось сейчас? Он, знаете, как он встречает, ну, начиная с вами отношения, хотел просто игры такой, секса без обязательств. В результате понял, что влюбился, что вы такая маленькая женщина, которую надо оберегать, холить, лелеять, и теперь он боится вас потерять, да, то есть он старается вас держать под контролем. Так, что он чувствует к вам? Он устал немножечко, у него сумасшедшая ревность. Он, знаете, он хочет взаимной любви, и он хочет, чтобы вы его звали, вы его приглашали, вы ему говорили о любви, давали ему чувства. Его представление о вашем совместном будущем. Здесь у него очень много всяких страхов, комплексов. Он боится, что вы будете заводить других мужчин. Он, конечно, готов с вами пойти на край света, не задумываясь, да, с одной котомкой за плечами, потому что он опьянен, он не встречал такой женщины, да, и он готов преодолеть все свои страхи, комплексы, фобии, закрывать глаза на других мужчин. Ну, то есть вы та единственная неповторимая. Так, зачем он поддерживает с вами отношения? Так, потому что вы королева мечей, потому что вы им командуете, потому что вы в нем разбудили такой вот инстинкт вас завоевать. Он хочет вас завоевать и наказать, хотя понимает, что он как рыцарь мечей, конечно, против вас ничего не стоит. И еще он готов о вас заботиться, содержать, подарки дарить, да, ну и как бы жить с вами под одной крышей. К чему вы оба идете? Вы идете к браку, семье, вы идете к тому, что вы наконец-таки ему уже донесли, что женщину надо завоевывать подарками, что женщину надо беречь, холить, лелеять, что вы его, скажем так, иногда дергаете своей сексуальностью, привлекаете, и он все равно идет у вас на поводу, и что он уже настолько сидит на коротком поводке, что он даже не понимает, что ему уже с этого поводка не слезть. Что вам советуют карты? Карты советуют, держитесь той же позиции, в которой сейчас находитесь, да? И он будет вас добиваться, потому что он хочет не просто секс, он хочет брака, семьи, и ему здесь надо пройти свой определенный урок в этих отношениях. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.